Здорово. Как вы видите, я уже здесь сижу. Да, сижу. На скейтборде тройки я вам минут через... Короче, покажу. Да, это скоро будет. Точнее, не скоро, а минут через 5, да. Где-то так. Вот, ну, так-то уже хорошо. Здесь жарко, да. Вы уже знаете, что здесь хорошо. Я вам уже рассказывал. Виньян Дэй Уан. Да, сегодня второй день. Я очень этому рад. Ну, поскольку видеоблог завел. Вот. И захотелось его завести, поскольку Максим, думаете, знаете, который, точнее, Макс плюс 100500, тут, который ведет тут само плюс 100500, поехал в Англию, там Google им предложила поездку туда. Ну, поездку туда, там, как бы там снимать эти мероприятия там, ну, вот эти вот Олимпийские игры, ну, поскольку они уже там все сняли, да, и посмотрите Morandes 19, там у Пети день рождения, который как раз и монтирует для нас плюс 100-500, и, ну, он считается почти что как директор, вот, Карамба ТВ. Да, и это все вы посмотрите на Карамба ТВ. Ну, самолеты, блин, летают, падла. Где летишь? Блин, вроде шумят и не видно. Да, вон пальмочка. Видите, да? Да, видите, да куда вы денетесь? Это пальма, да? Пальм. Вы еще не видели пальм. Вон индуски на меня смотрят, вон там. Если вам видно. Не знаю, видели вы или нет, но они смотрят. Вот дом. На, точнее, в нем 16 этажей. Тупой муравей. Да, муравьев дохрена. Так что мне сейчас придется. А можешь вам показать, как я гоняю? Хотя вам, я думаю, будет неинтересно. Ну, здесь не так. О, все, на скейте сижу. Я сижу, далеко гляжу. Вон, смотри, какие клевые дома там. Вон они